Наружа против натуры. Наружа решила сразиться с природой не в шутку, а всерьез. Всячески теснит ее и притесняет, где можно. Природа радуется, растет и процветает, плодоносит и разворачивается в своих творениях, наполняя их силой роста и жизни. А подлая наружа, прикидываясь природой, подменяет ее. Снаружи вроде природа, а изнутри тот самый волк. Да и не волк уже, а киборг, киберволк. Наружа тормозит, останавливает, блокирует все движения к росту и процветанию. Она разрушает все общности, радость, останавливает плодоношение, скукоживает пространство и время, и даже цветы. Она выжигает, но не пламенем, а серым туманом, превращающим все ценности и все ценное в прах и пепел, замазывая все картины прекрасного будущего черной сажей. Может быть, наружу это изнанка природы? Или тень ее, та самая Кали? И эта тень, обладающая собственной волей, сейчас неотвратимо накрывает нас. Тень той самой, невидимой из-за солнца Нибуру. Наружа против натуры.